Падение продаж в сегменте автомобилей произошло прежде всего в эконом и среднем сегментах. Оно не коснулось премиум сегмента, и это, в свою очередь, доказывает, что ситуация связана с тем, что общие экономические процессы, ну, пришли, скажем так, в кризисную стадию. То есть я не хочу сказать, что сейчас мы находимся в очень трудной ситуации. Я лишь хочу сказать, что ожидания сейчас на такой минорной ноте находятся, и люди ждут ухудшения ситуации. В таких условиях обычно крупные покупки, крупные траты откладываются на потом.